Глубоким уважением мы чествуем дорогих ветеранов, вершителей и свидетелей Великой Победы. Мир мог быть бы совсем другим, если бы не сила и воля советского народа. Мы родились и выросли в мирное время. Об окопах и траншеях мы можем судить лишь из кинофильмов и рассказов фронтовиков. Война для нас — это всего лишь история. И сегодняшний вопрос к жителям города Акермана. Смогла ли бы современная молодежь защитить свою родину в случае войны? Обязательно. Я считаю, это долг каждого. И каждого гражданина Украины, хотя я сейчас говорю на русском языке. Я бы пошел бы. Ну, конечно. Другого варианта и нет. Ну, я не знаю, где наша родина. Потому что Украина еще до сих пор не определилась. Мне кажется, родина там, где вы живете? Ну, живу, и что? А что она мне дала? Естественно. А вы служили в армии? Нет. Я пацифист. Ну, пойду защищать свою родину. Она есть родина? Вообще. Ну, конечно, вы же где-то живете. Ну, это место жительства, наверное, не родина. Пойдем, конечно. Куда мы денемся? Но детей не пустим. Вы служили в армии? Конечно. Это тяжелый вопрос, мы еще не воевали. Не служили даже в армии вообще. Даже оружие не держали в руках. Ну, как вы настроены? Сейчас многие отказываются даже идти в армию. Пойдете ли вы для начала в армию? А зачем затем защищать свою родину? Наверное, да. Скорее всего. Вообще-то обязан. Молодежь защищать свою родину. Я пошел бы воевать. Но своих детей я не послал бы сейчас воевать. Вот я бы, вот они у меня тоже не имеют отношения к армии, но я бы сейчас своих сыновей не послал бы. Я просто, знаете, живу так по инерции. Но я все-таки профессиональный военный, а они еще не совсем. Защищать людей, страну и землю, но только не власть. Вот этой власти я бы не поверил. Я вас уверяю, что если сейчас началась война, да? Ну, такие, как я, мало наберется уже. Ну, да что мы можем сделать? Я уже там кросс 2000 метров не пробил, не ложусь в норматив. Не потянусь там сколько надо по норме. Вот. А остальные, ну, которые вот молодые люди, которые вот все они ходят с пивными бутылками или с этими, с энержи, они вообще ни на что не способны. У них даже понятия нету. Что такое родина, батьковщина, что такое, память, патриотизм, ну, понимаете? Я пойду воевать, потому что это моя профессия. Пойду. Да, пойду. Скажите, пожалуйста, вы служили в армии? Нет, не берут меня, я хочу служить, не берут в армию. В случае войны, ну, естественно. Конечно. Вы служили в армии? Нет. Не доводилось. Ну, по причинам там посоветую. Слушаю войну. Даже, честно говоря, не могу сказать на этот вопрос конкретный ответ. Судя в таком государстве, как мы живем, честно говоря, не пошел бы. Если бы это был Советский Союз, с удовольствием, но в данный момент в таком государстве, как мы живем, честно говоря, нет.